Всем привет! Привет! Посмотрите, где мы находимся, в огромном надувном батуте. Привет. Сегодня у нас гонка. Мы будем устраивать гонки. Кто первый пробежит весь этот маршрут 10 раз первым, да, тот и победит. Я сейчас вас немножко ознакомлю с трассой, она супер длинная. Сначала вот здесь, потом змейкой проходит вот сюда, возвращается обратно назад и финиш вот здесь на батуте. И кто первый закончит все 10 кругов, тот и победитель. И тот и выбирает, куда мы едем на ужин. Yes! Так, мне надо выиграть. Ну давай, Макс, удачи тебе. Хорошо. В прошлый раз нам круг занимал минут 10. Oh, wow. Так что нам, полтора часа бегать? А еще сегодня усложняется тем, что каждый раз нужно будет спуститься с огромной горки. Мы сегодня wow. много калорий потратим, и можно будет вкусно поесть после этого. Uh-huh. Да. Если я выиграю, Макдональдс. Что? А лучше нельзя ничего выбрать? Нет. Ну что ж, начинаем. Да? Три часа съемки пошло. Надеюсь, справимся раньше. Вау! Я уже застрял, дети от меня убежали. Почему Катя передо мной? Макс, ты что такой быстрый? Это легко будет. Пока, папа! Катя, самая первая. Но тут еще прикол в том, что трасса достаточно длинная и надо экономить силы. О, нет. Надо перелить. Надо мне обогнать Катю. Я не вижу их вообще, они куда-то ушли от меня. О, тут папа застрянет. Я сейчас жду просто. Катя, я тебя догнала. Фух, я не знаю, я уже устал. О, я, мне кажется, их догоняю. А я вас догоняю. Идем. Катя! Я так и знала, я даже не смогу одну сделать. О, я не знаю, как там 10 раз. Я еще полкруга не прошел. Уже устал. Я перед Катей. Это выглядит легко. Максим там, я его вижу. Папа где-то. Соти. Финиш, вот он. Но мне надо на него еще идти далеко. Надо дойти до конца аж туда. И потом вернуться до финиша. Я не буду идти через все вот эти кругляшки, завитушки. Мне задача моя пройти как можно быстрее. Мне не повезло, потому что я перед этим съел 4 KCD. Так что я на 10 банков. О, реально устаю. Это сейчас тяжело. Особенно с мокрыми носками. Перепрыжка, подпрыжка. Присядка, приседание, перелазилка через собор. О, я вспоминаю, как я на Килиманджаро шел, тоже было тяжело. Это такое же сложное дело. О. Первый есть? Да? Опа, чуть-чуть грохнулся. А теперь на горку. Я вижу финиш, мне кажется. Получилось! Это только первый круг. Я не выдержу все 10. О нет, Максим только что съехал. Камон, я в юбке, я не могу ехать правильно. Максим! Катя, вон! Катя была впереди всех. Макс тебя обогнал. Я знаю. Что, у тебя еще силы есть? У меня такое сухое горло. Катя уже немножко устала. Я думаю, мы все устали. Так, надо спешить. Как же это? Непросто. Я думал, что я буду первый. Ага. Дети меня обгоняют. Надо спешить. Я не знал, что оно так близко. О, пожелайте мне удачи, это очень быстро, реально. Ну, на самом деле не очень быстро. Я пойду немножко медленно. Не так страшно, как казалось. Прикольно. Еще 9. Надеюсь, что вас вижу. Коль, я не понимаю, как у детей так много энергии. Почему? Я реально думала, что я могла бы выиграть. Нет, не смогла.
Это второй только начинается. Забыся. О, я вижу Катю. Она все еще не очень далеко. Я бегу. Старые дядьки, смотрите мне. Вторая лапа уже намного плотнее. Макса я даже не видел. Вот эти пригибалки постоянные, они меня просто выматывают. Я пойду помаленьку и потом очень быстро побегу. Да, я боюсь, что в этом челлендже с детьми я могу проиграть. О, тут кто-то попал, я думал, что это мне Катя говорит. Но это не Катя. Так, ты воды! Давай, на выходе. Окей. А можно выйти? Ты закончила? Ты тогда ресторан не выберешь. Excuse me, are you fine? Yes. No, a bit, yeah. Тут девочки подошли, говорят, а ты известный, но на английском, говорят, excuse me, are you famous? Ну, наверное, немножко есть. Но я прошел только половину второго круга. Так, это сложно. Но я все еще впереди. Как? Просто как? Все, пробегаем, не наступить на ребенка, а то они тут могут забыть. Надо спешить. У меня есть тактика. Я полу-помаленьку пробежу вот это, потом очень быстро перебегу эту большую горку. Идем. Я почти в конце. Я опять в игроке. Победитель. Ой. По-моему, я приближаюсь к финишу. К финишу только второго круга. Мартышка сейчас перебегу вот это. Идем. Спрыгиваем. Дальше. На третий круг. Второй раунд. Победила. Откуда у детей столько энергии, а? Yes. У меня это получилось. Я тоже сделал что-то похожее на сальто. Бегу наверх. Ну, я понимаю, как это делать. Опять, можно идти на высокую горку, можно на низкую. Я экономлю силы и иду на низкую. То, что надо. Фух, я себя чувствую немножко не в своей тарелке. Они такие энергичные, эти все вот пацаны за мной бегают. Дети суперсильные, уже пошли на третий круг. Я еле второй сделал, еще горка мне предстоит. Я чувствую, что я все 10 кругов не сделаю, так хотя бы сделать по максимуму, что я смогу за уделенное нам время. Мой блог очень интересный сейчас. Такой интересный. И погнали. Ну что, погнали на третий круг. Почему я сказала, да, на это видео? Победитель! Погнали! Так, сначала набираем разгон. О! Главное не убить камеру здесь. Мои ноги. Бедные, несчастные мои ноги. Я не знаю, что там Катя рассказывает и Макс. Но я, наверное, вас уже немножко замучил своим нытьем. Это сложно. 10 кругов. Мне все хорошо, я очень здоровая, я все правильно делаю. Но мы не сдаемся, идем дальше. Я где-то прошел почти половину второго круга. Третьего, точно. Это могу сделать. Мои часы показывают, что я уже сделал кучу калорий, выполнил свою дневную задачу давно. О, еще на первых двух кругах, наверное.
там же Катя! Мы должны это выиграть. Я вижу Максима. Я уже вижу конец. Вон там конец нашего третьего круга. До него еще надо дойти. Макс, стой! Максим, я хочу тебе что-то... Какой это твой раунд? Три! Ага. Максим, я должна обогнать. Я могу. Круто! Третье! Катя, тебе на ноги наступает? Четвертый круг. Погнали. Конец третьего круга все ближе. Но еще горка мне ждет. Еще не все. Это еще не все. И... О. No, please. Мы сейчас выиграть. Максим, я его вижу. Все, я уже почти добрался до финального батута. No, please. Ты первая, Катя. Три. Надежда, на четвертый. Десять. Катя уже говорит, что будет сдаваться. Не, я не сдаюсь. Дай мне. Я не могу! Я не хочу в Макдональдс! Четвертый раунд! Вода! Моя любимая водичка! Я не смогу! Пока, люди! Я еще должен ехать с горки. Зачем она нужна? Но правило есть правило. Если Катя хочет сдаваться, это круто. Это значит, что я не первый сдамся. Все, пас! Не будешь продолжать. Все, ты сдаешься. Погнали! 3, 2, 1. Круто! Я должен это выиграть. Давай, бери! Теперь я официально могу сказать, что я сделал 3 круга, и на это у меня ушло 26 минут. Я не сдамся. Не сдамся. Так, первый участочек. Тут немножко нужно было пробежать. Дальше начинаются сложности. И мне с моим ростом сюда постоянно нырять достаточно сложно. Первый, ты идешь на пятый круг? Да. Макс пошел на пятый уже. Он монстр, что ли? Он реально хочет все 10 сделать. Это я перед началом думал, что мы все сделаем. Но после того, я только четвертый только делаю, я не уверен, что я все 10. Все, пока. Я погнал. Догонять Макса. Хотя это бесполезно. Пятый круг! Не догоняй. Мама решила меня поснимать и идет за мной сзади. Но я не уверен, что она сможет долго. Или вообще хоть что-то сможет за мной заснять. Ее даже не видно сзади. Круто! Я вижу. Конец уже трассы. Это будет мой четвертый раз. Где-то мама потерялась. Может, вышла где-то посерединке. Но я сделал 4 круга. Короче, борьба теперь за победу у меня и у Макса. И надежда только на то, что Макс просто сдастся и не пойдет все 10 кругов делать. Папа, может, ускоряйся? Я быстро иду. Ты сколько сделал? 5. Я пока только 4. А вот теперь официально я начинаю пятый круг.
есть шанс, что Макс просто сдуется, ему не хватит сил. Ты так много калорий, блин, сжег. Тут немножко ускоряемся, тут бежим прям бегом, большими шагами. Сколько же раз надо сделать опять? Пятый круг, пока иду уверенно. Опять говорил, что мне уже там тяжело. Не спорю, тяжело, но не совсем еще умираю. Так, иногда ноги отказываются идти, но я их упрашиваю идти дальше. Пап, ты на один круг дальше папы. Да? Рука, я теряю время. Надо было идти на другую сторону, вот соседнюю. Может, там быстрее проходят. Может, тут малыш впереди меня и реально тормозит движение. Раз я уже не играю, я с мамой покажу вам трассу внутри. Помаленьку. Я тут тоже смотрю. И так, левый. Ну, левый, это лестница. И потом сюда. Я вижу папу. Папа идет уже новый. Есть, я обогнал их. Я обогнал детей. Сейчас можно будет пойти немножко быстрее. Почему папа меня еще не обогнал? Я не понимаю. Он что, идет на эти горки? Эти дети тоже быстрые, они меня тоже обгоняют. Да, проигрывать малышам пятилетним как-то обидно. Я выигрыватель! И как ты себя чувствуешь? Очень уставшим. Но еще 3.5. Я смогу. Я тобой горжусь, сын! Моя лысина еще больше стирается об эту сетку. О, идти в горку или по полу? Конечно же, по низу. Зачем идти в горку? И так сил мало. Это круг одинаковый, но немножко больше мягкое. Спустились два раза, потом путь. Я очень боюсь вот этих, я не знаю, как на них. Идти? Так что я прыгну на них вот так. Я видела его тут. Он точно близко. Мне кажется, мне эта горка сегодня будет сниться. Вот эти все батуты, вот эти все лабиринты. Алло, папа! Ты где? Я тут. О, привет, ты меня догоняешь? Да. Макс меня уже догоняет почти на круг. Сейчас, еще чуть-чуть, и он меня обгонит. Это горочка. Я не знаю, как вот так проходить. Много людей. Ага. Теперь вот тут. Хорошо. Господи. Я знаю. Там далеко еще до середины. Еще очень долго. О, Господи. Ускоряемся. Надо первому хотя бы завершить этот круг. Я хотел не прыгать, сэкономив силы, и просто наступил и застрял. А вот и Макс. Где Макс? Hello. И это у меня еще только половина будет. Ты уже внизу? Да. Во, Макс, откуда у тебя столько сил? Я знаю, от касадилы. Макс ел больше всех просто в обед. У меня теперь энергия, я просто буду. Сидите. Проходим. Потом. Он готовился, наверное, специально знал, что ему понадобятся силы. И он в обед съел больше всех. Никого нет, можно спускаться. Полежать. Ну нельзя. Половину сделал. Молодец. Макс уже 6 сделал. Вы крутые. Папа никогда меня не догонит. Я уже легко бегаю.
Тут горка. Если вас не может пройти. Это мои самые нелюбимые штуки. Я люблю эту сторону. А не эти там прямо? Сюда. Потом. Нагонять его. Есть. Это у меня 45 минут съемки. Уже. У Макса тоже. Это ж маме потом все это дело пересматривать, чтобы сложить вам минут на 20 ролик. Прикиньте. Так что за мамину работу можете поставить лайк. Я уже устала. Я тоже. Вот там, где написано «Exit», это посередине. Это полпути. Окей, еще недолго, Мариан. Это шестой. Мне кажется, тебе пора сдаваться. Ты что? Я последний сдамся. Давай, удачи. Ну все, пошел я, удачи. Ты красный? Я выхожу напрямую, вот сейчас повернул, и напрямую к финишу. Фух, сейчас, минутку. Это первый раз, когда я реально захотел просто отдохнуть на ровном месте. Побеги! Я там, конечно, съемка лучшим способом, Макс. Ладно. 7 кругов закончилось. Все еще выигрываю. Я уже сбиваюсь со счета. Это 6, по-моему. Макс 8 пошел. Не, ну знаю, у меня точно 6. Я учился. Идем на 7-й круг. Кстати, это уже результат. Я что-то после 2-го круга начал быстро думать, что я устану. Но после 6-го еще пока держусь. Есть. И погнали. Я самый крутой. Но Макс, конечно, круче. 8-й круг бежать. Я только 7-й. Водички. Все еще выигрываю. Да, да. Папа только пошел 7-й, Макс. А я уже половина 8-й. Но я не сдаюсь. Я не сдаюсь. Хотя бы меньше перерывов, чем в начале. Это хорошо. Он вот делает перерывы? Или он просто очень медленно ходит? Я устал. Конец 8-го круга. Еще надо как-то ноги перетянуть еще. Есть. Иду. Пока. Пока. Макс сгущенку отрабатывает, да, Кать? 9-й круг. Я это сделал почти. Сейчас еще горка и 7 кругов мои. Короче, мне еще осталось всего-навсего 3 круга, не так-то и много. Так как? Удачи. Максу 2, если что. 1.5. Максу 2, мне 3. Окей. 1.5 круга осталось. Молодец. Чувствую, что ты будешь выбирать ужин. Yes. Седьмой круг. Я не вижу, что я выберу ужин. Будет пицца. Я чувствую, я уже теряю силы, сдаюсь. Но я не сдаюсь. Ноги иногда отказываются идти. Но я не сдаюсь. Я никому не дам выиграть, кроме меня.
прям себя. Это такая неплохая тренировка, я вам скажу. Очень неплохая. Это, конечно, не штанги тягать, но кардио такое себе. Не только кардио, очень неплохое. И пресс тут работает. И все. Это 9. Остался только один круг. 10. 7.5. 10 круг. Победитель. Yes. Да. Люди уже спрашивают про мою камеру. О, ты ютубер, да? Интересно, что мои часы за сегодня насчитали? 12 800 шагов, а калории где? Всего-навсего 700. Это я здесь только страдаю, а не настрадал даже. Ну, максимум настрадал на один бургер. Без картошки и фри, без колы. Я сделаю это. О, я пока тут с вами заболтался, я уже подхожу к финишу. А, все возможно. Возможно, я успею сделать. И возможно... Прокомментируй. Ты видела это? 8. Почти. Сейчас еще горка и будет 8. 1:10 непрерывной съемки уже, представляете? Последних полкруга. Полкруга. Крутой. Молодец. Я за тебя. Макс идет 8. Последних полкруга. Полкруга? Ну, мне еще надо 2 сделать. Ну, уже не обязательно. Ну, напишут же, что лузер, что сдался. У тебя уже волосы мокрые. А я их постирал. Там сетка, я постирал волосы об сетку. Это мамина идея, мамина, чтобы мамина. Я сдался. Мне и, кстати, жалко тебя. Камера стала светиться красным. Поэтому это не я, это мама. Мама, скажи, что это я. Да, я предложила сдаться добровольно. Все, я не виноват. Это все она. Если что, все претензии к маме. А я сделал 8 кругов. Все, всем пока. Победительский прыжок. Что, реально все 10? Да. Я в шоке. Как? Я только что сделал 8 кругов. Как ты успел все 10? Ну, еще рано поздравлять. У меня еще победительская горка. А, точно, считается 10 кругов. Мой победный спуск, и мы едем втроем. Да, все втроем сейчас спустимся с этой крутой горки. Ну что, 3, 2, 1, поехали. Я победитель! Ты крутой. Пишем поздравления, а я иду выбирать, где мы будем ужинать. Только надо умыться, и можно идти ужинать. Ты придумал, куда пойдем? Еще думаю. Ну давай, ты думай, а зрители, вы можете уже ставить лайки, подписываться. Всем пока. Пока-пока. И можете лайк еще за маму поставить, потому что ей вот эти 3 часа видео отсматривать. И за меня. Я молодец. Макс самый главный герой, 100%. Да. Все, всем пока. Пока. Носки сразу в мусор. Мы так выбегались, так устали, что даже забыли вам показать и рассказать, что же Макс выбрал в качестве своего приза. Макс заказал пиццу Папа Джонс, экстра сыр, с сыром здесь вот в корочке, здесь запечатанный тоже сыр. Одна гавайская, правда, уже заканчивается, и одна моцарелла, здесь она называется cheese and tomato. Вкусно было? Да. Ну все, а теперь точно пока. Пока. Я на носик.